Ох, я уже слышу, как после предыдущего образа вы пишете гневный комментарий и говорите о том, что, ну, конечно, придумала чисто в белом, как я буду ездить в метро. Для тех, кто не хочет все-таки белый, я предлагаю другой светлый комплект. В его основе песочный джемпер, песочная юбка в тон и наше любимое пальто Teddy Coat, вот из такой имитации овчины, которая чуть-чуть светлее, чем основной цвет джемпера и юбки. Смотрится такой комплект очень клево, на самом деле. Мне кажется, что ботфорты – это всегда определенная провокация, это соблазнение. Плюсом ко всему, они ваши ноги делают гораздо длиннее, чем они есть на самом деле. Поэтому я считаю, что вам стоит присмотреться к этому комплекту, потому что в нем чувствуешь себя действительно такой очень стильной девчонкой. Ну и поскольку цвет ботфорт очень активный, он черный, нам нужно поддержать его аксессуаром. Я предлагаю выбрать либо вот такую клевую сумку, стеганую, вот с такими классными цепочками. Она стоит 1799 рублей, и это наша новинка, которая однозначно клево впишется в любой осенний гардероб, а в этот образ так тем более. И для тех, я считаю, счастливец, которые любят и им идут береты, я предлагаю еще и добавить к этому образу берет из эко-кожи. На самом деле это очень клевая и актуальная сейчас вещь. Этот берет вы могли видеть на Регине в нашем сезонном ролике или вон там на постере. Короче, если вам идут береты, я настоятельно рекомендую присмотреться вот к этому черному, потому что он, данный комплект, тоже дополнит круто. Мне береты, к сожалению, не идут, поэтому я мерить его не буду, но вы обязательно пообещайте это сделать.